Друзья, всем привет-привет! У нас сегодня очень хорошая погода, солнечно, ясная. Вот, ветра нет, что меня радует. Сейчас я направляюсь в торговый центр, хочу посмотреть себе одежду и малой зимний комбинезон. Вот, прицениться в ценах и вообще погулять немножечко. Так, ребята, покажу свой look of the day на сегодня. Так, значит, я сейчас нахожусь в своей Чендэ, в отделе для беременных. Вот совсем небольшой ассортимент. И что мне приглянулось, вот эта кофточка. Вот. Цена вот такая. И еще такая, значит, пудровая, пудрового цвета. Плохо передается. А это даже подешевле почему-то. В общем, смущает то, что не катуновый материал. Но я надеюсь, что даже если полиэстер, то он не будет быстро кататься. Вот, значит, такие джинсы. Мне безумно понравился цвет. Цена вот эта. Цвет понравился, но меня будет уширять. Поэтому я откажусь от таких джинс. Я не сильно худенькая, поэтому оно будет меня вполнит. Вот хороший... обычные простые джинсы, черные скини, $60. Я в прошлом году покупала, быстро сносились, но ничего, может хватит на полгода. Вот, стрейчевый материал. Вот эта штучка очень хорошая, удобная. И вот этот цвет понравился. Значит, у меня есть два выбора. Не знаю, сейчас мерять или нет, или потом я подумаю. Вот, недорого. Так, а еще хотела посмотреть вот этом магазине Ульяне комбинезон на зиму. Но вообще ничего нет. Поэтому сюда точно не приедем. Разве что за новыми джинсами. Вот, выбор джинс хороший, большой. И не сильно дорого. Вот. Большая удача, в H&M гардеробные открыты, ура! Блин, целый год, наверное, они были закрыты. Значит, я себе отобрала несколько вещей для беременных. Значит, напоминаю, что я люблю более такой стиль. Я не знаю, как он называется. Стиль, которым я сейчас одета, да, одежда, мне самое больше нравится, комфортно. В общем, что мне здесь нравится в такой одежде, то, что меня она не полнит, а наоборот как-то украшает, правда? Поэтому я что-то похожее и искала. В общем, среди всего этого мне подошли одни штаны. Вот, а еще я думаю над вот этой штукой. Интересно, в общем. Это такая рукава, она, видите, укороченный свитер такой, совсем укороченный. Значит, для чего я хочу его взять? Потому что у меня есть дома вот такое платье черного цвета, но без рукав совсем. То есть я планирую, если одевать вот эту штуку под черное мое платье в обтягивающее, мне кажется, будет хорошо. Плюс вот этот цвет очень модный, стильный. Стильный, но я думаю, цена, кстати, $20, недорого. Значит, штаны обычные черные. Вот эти обтягивающие кофты мне совсем не подошли. Это, оказывается, вообще не мой стиль. Вот это серый цвет. Серый очень красивый цвет, на мой взгляд. Я вообще обожаю серый. Я взяла последний размер, размер large. Он огромный на меня оказался. Вот и понятно висит. Но я попробовала, думала, он... Так как он не сильно балахон, но все равно это не мой размер, и он висит. Вот, поэтому это и все, нет ничего больше. Так, а еще посмотрите на вот эти аксессуары. Женские сумочки от H&M. Тракторная подошва, то, что модно сейчас. Сумки. Вот это колье очень модное сейчас на шею. У меня нет, но я не стремлюсь быть модной. Куча разных шарфиков, обувь, береты. Так,
все-таки купила штаны и эту кофточку зеленую. Заходила вот этот магазин The Children's Place. Он полностью идет для деток. Хорошие скидки, но мало выбора на курточки, ну, на комбинезоны зимние. Поэтому сюда тоже незачем идти. Друзья, я быстренько приехала домой, чтобы померить свои обновки, потому что я планирую возвращаться в торговый центр. И чтобы, если что, я могла сдать. Значит, джинсы обязательно еще раз померю, это под свитера. И вот эту штуку под мое черное платье. Если оно не подойдет, то я сразу его и сдам сегодня. Так, значит, смотрим, мое черное платье, оно идет в обтяжку, рубчиком идет оно. Значит, оно совсем без рукав, на зиму не подойдет. В общем, сейчас классная погода, под кожанку носить его. Вот, но чтобы зимой, то нет, поэтому я купила вот ту зеленую штучку. Сейчас хочу померить, как оно будет смотреться. Так, нравится мне такой вариант. Вот, смотрите, здесь рубчик, вот, такое, мне кажется, кози стайл. Вот, рукава закрыты, то есть зимой будет не холодно, то, что надо, плюс этот цвет очень модный, вот. Смотрите, какой красивый, зеленый-зеленый. Вот, но я хочу еще померять с жилеткой вот этот наряд. Но я расстроена, потому что оно не подошло. Вот. Вот это платье очень хорошо сочетается с шубкой. Но, блин, рукава у меня нету. Поэтому я хотела что-то, что подходило под эту шубку. Вот, но эти рукава не подходят. Там еще был белый цвет и черный. Но он сильно балахонистый. Видите? Поэтому мне не нравится. Вот такой образ меня уширяет, полнит. Так, ну совсем не то. Вот жилетка номер 2, то же самое. Нет. Поэтому я вот эту штучку сдам. Правильно, правильно я подумала. Но за попытку я большая молодец, потому что образ получился интересный, правда? Вот, но нет. Тем более, сколько, $20, поэтому я сдам. Ну, а черные брюки я оставила, обычные черные джинсы. Вот, потому что я, когда беременна, я хожу в таких нарядах, платьях, юбках. Вот, и когда я на УЗИ, я же не буду задирать целое платье, юбку, колготки у меня. Вот, поэтому самое удобное быть в штанах, чтобы оголить свой животик. Вот, поэтому штаны я не буду показывать. Ничего особенного. Вот. А вот эту штучку я, наверное... Не, наверное, я точно сдам. Покажу мои лилии. Наконец-то они пораспускались уже. Вау! Запах просто нереальный в доме стоит. Очень приятно пахнет лилиями. Вот. Значит, да, прошла неделя, и они начались распускаться. Буквально за 2 дня такой результат. Вот. Но еще не все бутончики распустились. Что я хочу сказать, что выгодный букет. Вот. Если покупаешь розы в Канаде, ну, не знаю, может, в Редире, в нашем городе такие поставщики, но розы неделю не будут стоять, сразу будут вянуть. Вот. А вот этот букет с лилией всегда будет долго стоять. Ну, как долго, умеренно. Вот, так что, такие у меня приятности. Посмотрите, боже, как может такой цветок не нравиться? Так, значит, я успела Ульяну забраться из школы, отвезти ее на гимнастику. Значит, я нахожусь в торговом центре, я сдала ту кофточку зеленую, которая мне не подошла все-таки. Вот, и сейчас дальше продолжаю искать зимние комбинезоны, можешь себе что-то. В общем, у меня сегодня день такой, шопинга. Так, ну хорошо, значит, где я побывала? Я пошла в магазин Carter's, прикупила некоторые вещи для малой. Вот, приеду домой, покажу. И еще я нашла идеальный костюм зимний для малой. Тоже в Картерсе. Поэтому завтра или когда поедем уже с Антоном и купим. Такой красивый, теплый, главное. Я думаю, удобный.
Вот. Потом зашла в магазин Hudson's Bay. Это там тот магазин, которым я еще как бы работаю, числюсь. Вот. Напоминаю, что я в декретном отпуске пока. Вот, значит, там дорогущие комбинезоны просто. Ну, фирма хорошая, но очень дорогой. Но есть там определенные еще скидки. Так, но я больше склоняюсь к магазину Carter's. Вот, а сейчас я хочу... Значит, я покинула торговый центр. Еду поближе к нашему дому. Там тоже есть магазинчики. Хочу еще там погулять немножко, посмотреть. Следующая моя локация — Old Navy. Тут тоже есть и детская, и взрослая, для мужчин, поэтому хочу посмотреть, что здесь. Так, мне повезло, я нашла платье. Одинаковые платья, только три разных цвета. Вот. Серый мне вот этот не сильно нравится. Цена $45, дороговато, кстати, для такого простенького платья. Мне безумно вот этот цвет понравился, длинный, там разрез внизу, и еще зеленый болотный. Но мне кажется, вот это, что на мне, и то лучше смотрится, поэтому, и плюс дорого, поэтому этот вариант отпадает. Так, ну а детская одежда здесь, конечно, обалденная. Боже, какая она красивая. Лосинчики. Какая шубка красивая. Так, хорошо, я буду искать для Ульяны размер. Так, есть такой замечательный вид парки. Ну, дорого, $75. В таком цвете мне нравится. Дорого. Так, приблизительно я ищу что-то такое. Значит, курточка от ветра хорошо защищает. $90. Я не знаю, здесь есть скидки или нет. Хорошо тем, что она флисовая подкладка, пристегивается, отстегается. Вот. А штаны где? Нету. Жилеточки. Что-то выбора здесь мало, кстати. Это обычная курточка. Такой материал мне сильно нравится. Ну хорошо, здесь нет ничего, я ухожу. Так, сейчас я в следующем магазине, называется Winners. Я уже подобрала себе 4 платьишка, вот, которые подойдут мне по фигуре. Значит, такое серенькое, $25. Потом такое с пояском. Фиолетовенькое. Значит, вот эта цена $30. Этого цена $25. И этого $25. В общем, хочу сейчас померить. Длина вот такая. Так, я нашла еще одну платьице светлого цвета. Вот, итого у меня уже 5 разных цветов вязаных платьев. Вот, а еще я нашла вот такой замечательный свитер. Обратите внимание на рукава, боже, на материал, на цвет вот этого свитера. Он совсем не колючий. Вот, стоит, конечно, $35, но мне кажется, под мою черную юбку будет классно смотреться. В общем, я хочу померить ее. Это она стоит 35, а стоила она дороже, 60. Вот. Мне нравится. Вариант первый. В общем, мне не нравится. Не нравится цвет. Мне кажется, это не зимний совсем цвет. И с сапогами оно совсем не так смотрится. Вот, может, какой-то весняной стиль, но точно не на зиму. Плюс мне не нравится вот эта часть. И вот это платье меня совсем не украшает. Вот, плюс немножко расходятся вот этой части материал, поэтому это точно нет. Хотя, что скажете, пишите.
вариант номер 2. Мне безумно нравится цвет. Хорошо сочетается с сапогами. Вот, хорошо подойдет сюда моя шуба, которую я сегодня мерила, черная, без рукавка. Вот, даже не знаю. Вот, значит, я обнаружила пятно. Если не найду другого, то я точно этого не буду брать. В общем, посмотрю еще такой же самый, только может, чтобы не было пятна. Вот. А так цена адекватная, хорошая. Мне кажется, хорошо подойдет. Смотрите, материал не просвечивается. Неплохо. Вот этот вариант тоже неплохой. Мне нравится цвет теплый. Материал не просвечивается. Ой, простите. Вот, мне неплохо, длина хорошо. Немного вот эта часть как-то открыта. Вот этой была более закрыта часть, а здесь как-то я чувствую себя голой. Вот, а в принципе неплохо. Длина рукава хорошая. Вот. Ну, красиво же, правда? Блин, они все крутые. Посмотрите, мне безумно нравится вот этот разрез. Очень сексуально. Но вот этой ножки нет. Длина мне такая нравится. Она меня не полнит. Наоборот, хорошо. В общем, я не знаю. Пишите, пожалуйста. Ну, опять-таки, на зиму такой разрез. Не знаю. Хотя не жарко будет. Так, ну а вот этот цвет меня тусклит. Вот, оно такое же самое, как фиолетовое. Но мне кажется, нет, мне надо немножко другой цвет, правда? Сильно серит меня. Вот, и не украшает. Блин, мне так вот эта нижняя часть нравится. Класс. Вот, вот такой разрез суперский. Так, еще покажу свитер вот этот. Низ не буду показывать, потому что я в одних колготках стою. Мне так он нравится. Такой он красивый, нарядный. Можно просто натягивать животик, а можно вот здесь поднимать, чтобы и заправлять под юбку. Как-то так. Вообще модненько. Мне нравятся вот эти рукава. Но вы знаете, что я придумала? Я, наверное, все-таки возьму... Потому что вот этот свитер очень дорогой, 35, я лучше два возьму платья. Я не знаю, что Антон скажет, но они мне так понравились, мне у них так комфортно. И я прохожу всю беременность в таких платьях. Вот. И плюс они меня украшают, правда? Вот, возьму все-таки вот это. Мне оно понравилось. Понравилось тем, что спинка еще тоже такая округленная. Здесь нет, но здесь низ очень красивый. Помните, с вырезом. Вот это все-таки простенькое. Вот, вот это тусклит меня, а вот это вообще мне не понравилось. Вот, значит, еду я домой. А еще вот сейчас очень модно и популярно носить одежду оверсайзов. Больших размеров, чем ты есть на самом деле. Вот. А мне такой стиль совершенно не подходит. Мне красиво в таком стиле. Мне в нем комфортно. Я чувствую, что я красива в таком стиле. И мне все равно, модно это или не модно. Вот. Главное, что мне удобно. Я чувствую себя в такой одежде красиво. Вот. И мне нравится. Правда? Поэтому я на моду совершенно не смотрю. Что подходит мне, то и беру. А еще может быть вещь очень дорогая, но на тебе смотрится вообще паршиво. А есть такое дешевенькое и смотрится круто. А вообще, что я вам скажу, красота в простоте. Вот. Друзья, я наконец-то дома, сил вообще никаких, не целый день по магазинам, в общем, свое удовольствие гуляла.
Давайте мы распакуем вот эти все пакеты завтра. Антон уже приехал с работы, Ульяну забрали с гимнастики. Вот, и покажу и ей, что я купила, и Антону. Может, он что-то забракует и скажет: нет, любимая, давай, возвращай, мне не нравится. Вот, так как мнение его мне очень важно, поэтому... Завтра ему все покажу. Поехали мы в магазин. Купил Антон себе пиво. Бавария, кстати. Вот, наверное, полгода он точно ничего такого не пил. Вот, ну, может, меньше немножко. Давно, в общем. Потом на вечер чипсы. Наши любимые в Доритос. Вот. Кока-кола. Это Ульяне, Антону. А мне я что-то подсела, ну как подсела, раз в пятилетку хочу фанты, фанты нету, есть краш, оранж. Вот, иногда хочется такого чего-то апельсинового газировки, поэтому... А еще, не пропустите, еще мы заказали доставку еды на дом, так что... Будет у нас сегодня вкусняшка. Давненько мы не ели суши. Посмотрите на вот эту всю красоту. Вот эти мы точно заказали впервые. Они идут самые дорогие, да, Антон? Там 6 штук. А, да. Угу. Ты удивишься, как они выглядят. Да. Да, смотрите. Ну... Заказали в одном из лучшего ресторана в Радире, да? Вот, на наше мнение. Вот, заплатили мы за вот эту доставку. Доставка бесплатна. Заплатили мы $59. Антон еще $5 сверху дал, да? На чай. Да, на чай. В общем, соевый соус, почему-то 2 палочки, ну да ладно. Вау! Ну что, пожелайте нам приятного аппетита и приятного времяпровождения, да? Всем пока-пока!